Всем привет, дорогие друзья, с вами Локи, мы продолжаем манап за Халка. Нам осталось всего один футболист и тренер, значит, следовательно, два гола до начала серебряного обычного состава. Вот здесь я уже пару футболистов нашел, которые нам пригодятся в дальнейшем. Ну что ж, давайте начинать. А пока ищем соперника, я хочу вам сказать всем огромное-огромное спасибо, друзья. Все те, кто поддержит, оставляют свои положительные и такие подбадривающие комментарии, те, кто встает, так скажем, на мое положение и понимает, каково играть, когда ты играешь против навеса дрочеров, а те, кто орет и в комментариях говорит, да, это все круто, вы, я не знаю, олени, которые сами не умеют играть и играют только на навес. А говоря, типа, он человек, пускай играет так, как хочет, ну, пускай играет так, как хочет, но не со мной. Я имею полное право говорить, что этот человек сраный навеса дрочер. Ну а сейчас у нас матч против 84 рейтинг человека, и он опять рвется на фланг. Он делает свой сраный навес с линии. Я не знаю. Это что, интерес? Вот просто это интересная FIFA. Это FIFA для криворуких. Два быстрых фланга, один столб в нападении, все. Халк с мячом. Отняли мяч. Отняли мяч, обидно, но тут же справились. Халк, вот это удар! Вот это мочканул, а! Жаль, не в ворота. Но здесь желтую карточку может получить. Да, так и есть. Пабло получает предупреждение. Здесь откровенно дал по ногам. Рибери у мяча. Удар. И вратарь. Непонятно, зачем переводит мяч на угловой. Чтобы, видимо, мы сейчас с углового получили. Потому что, ну, не знаю. Как-то мне кажется, что мяч не шел. Не шел в створ. А еще один угловой. Удар, и все-таки 1-0. Ну вот, думал, придумал угловой. Вот вся игра, вы видите? Вся игра. Наши футболисты просто, ну, не такого они класса. Видели, какой у нас мушкетер в нападении там? Просто не такого класса, чтобы забивать с таких моментов. Пабло, красавчик. И вот на Халка. И Халк показывает свою скорость. Дайте Халку. Ух, как это было опасно. Насри бежит к мячу, на ворота, удар 2-0. Что ж ты будешь делать-то, а? Насри, пойди, Насри где-нибудь. Быстрые контратаки, наша защита просто не догоняет. Ну, один гол отыграли. Жаль, не Халк. Жаль, друзья, не Халк. Погба. О, да, вот это... Просто пипец, чувак. Нашел чем гордиться. Да. Вот это точно навеса дрочер. Сраный причем что. Просто сраный навеса дрочер. П-
Писец. Что ты делаешь? Он решил просто окончательно поиздеваться. Халк! Гол! Одного футболиста мы сегодня поменяем, друзья. Поменяем мы его. А ведь это только первый матч. Счет 3-2. Что? Ну еще дай желтую вторую. Пабло. Да это просто прикол какой-то, друзья. У Халка, по-моему, уже не хватает просто сил столько бегать. И снова аут в нашу пользу. Хороший дальний удар. Халк красиво ушел от одного. Идет дальше. А вот здесь уже, конечно, слишком много народу в штрафной, чтобы вот такие вот сольные проходы завершались успехом. Что, не было офсайда? Хорошо. Халк, давай. Нет. И контратака. Справились, но тут же отдали на ход сопернику. Да. Вот Рибери, который драл наших защитников, драл этот фланг, где не было игрока, и все-таки он забил. 4-2. Я не спорю, гол красивый, но когда ты играешь в меньшинстве, и по этому флангу постоянно тебя вместо трех футболистов два. Еще и нарушение правил в сторону со стороны Халка судья показывает. Это вообще издевательство какое-то. А еще и пенальти. Это просто, просто шандец. Судья в его сторону свистел все. Все в этом матче. Не тут-то было. Просто. И у меня нет слов, друзья. Опять тупо навес и удар. Ну ладно, не головой, но... Что это? Где вся защита бегает? Просто писец. Давай, Халк. Слишком уж угол остренький был. И свисток, друзья.
Наш второй соперник, дорогие друзья, это очередной разрыв. Чувствую, будет. Пока действительно, друзья, вот когда монеты подешевели, очень сложно попасть на какого-то равного соперника. Ну, я имею в виду хотя бы не по составу, а хотя бы по игре. Атака по правому флангу. Подача и будет угловой. Вот угловой, друзья, это опасно. Манджукич и Клозе. Здесь очередной офсайд. Мюллер разгадал. Ну вот и пошли забросы. Манджукич. Не даем ему здесь. Особо разбежаться. Халк. Халк, хорошо как прошел этот. Халк! Да, деточка! Да-да-да-да-да! На 29-й номер Халк. Красиво вот здесь легко так убрал между ног мяч защитнику и пульнул в дальний угол. 1-0. Почему так неудачно мяч-то отскакивает? 1-1, друзья. Нельзя сейчас паниковать, потому что можем напропускать кучу. Ну да, конечно, надо пересмотреть, как отскочил мяч из этой позиции, чтобы Мюллер-то не забил. 36 метров до ворот. Ну, здесь Нойер на месте. А вот это очень опасно. 2 в 2. Перевод направо. И повезло. Халк. Как ты не попал, дорогой? Как же так-то? Слишком сильно. Хороший был момент. Ох, как разыграли-то. Вот комбинации, вот они. Раз, два, развернулся, сразу хлестка в ближний. Нойер на месте. Справились. А здесь офсайд. Офсайд, и это шанс, друзья, туда подальше вынести этот мяч и попробовать. Вратарь просто спасает, друзья. Но последний угловой. А здесь опять офсайд. Ну, еще атаку. Пожалуйста, судья. Еще один розыгрыш. Нет, все, друзья. Этот счет остается. Счет 1-1. Мы меняем нашего тренера. И в следующей серии уже будем пробовать завоевывать обычных серебряных футболистов. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Сейчас я специально зайду и поменяю
еще тренера. Обмен с клубом. Так, так. Специально мне здесь был припасен один. Ну что ж, всем спасибо и пока-пока.